В этом году в канадский город Сент-Джордж Рождество пришло раньше обычного. Жители города отметили праздник с семьей Эвана Леверсейджа, 7-летнего мальчика, у которого в 2 года обнаружили неоперабельную опухоль мозга. По словам врачей, Эван может не дожить до календарного Рождества, поэтому город решил обмануть время. На улицах появились украшенные елки и искусственный снег. Для Эвана организовали рождественский парад, а в завершении праздника мальчик встретился с Санта-Клаусом и покатался на его санях.